Если мне нужно быстро приготовить салат, всегда готовлю именно такой. Плюс в том, что ничего варить не нужно, все на быструю руку. Пока будем подготавливать овощи, я замариную одну луковицу. Нарезаю полукольцами, добавляю базилик, воду и уксус. Нужно все хорошо перемешать и оставить мариноваться на 10 минут. За это время подготовлю овощи. Одну среднюю морковь натираю на терке для корейской моркови. Морковь перекладываю в подготовленную чашку. И на этой же терке натираю одну среднюю свеклу. Натертую свеклу перекладываю к моркови. Из специй я добавила соль, черный молотый перец и приправу для корейской моркови. Отжимаем от маринада и перекладываем к овощам. Из зелени у меня был укроп, я его и добавила. В прошлый раз добавила петрушку, тоже получилось вкусно. Добавляю растительное масло и все хорошо перемешиваю. Салат можно подать сразу или дать время ему настояться. Готовится эта витаминная бомба буквально за считанные минуты. Получается очень вкусно и полезно. Ко вторым блюдам подходит идеально. Всем желаю приятного аппетита и до новых видео!